мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Ну, наверное, чтобы больше народу было. Ладно. Давай, будешь помогать здесь камера. Что, снимать надо? Да, вот. Вот сейчас, сейчас сюда идет, да? Потом, когда мы будем, на нас будешь направлять. Thank you.
подожди, будешь маме сейчас помогать? Да. Видео снимать. А кто нам видео-то будет снимать? Мы готовились, мы знали, что будет война, но
За ними стоял весь финансовый мир, в первую очередь. Им танки заправляли бензином, пушки делали, подарили им всю Европу, чтобы вся Европа встала на сторону фашистов и пошла на Россию. И поэтому эта армада шла по всей советской земле. В то время это был Союз Советских Социалистических Республик. Да, наши контрнаступали. Мы помним Брестскую крепость. Мы помним контрнаступление под Харьковом и так далее. Но все-таки они дошли до самой Москвы. Москва – это город нашей славы, город нашей чести. Это сердце нашей Родины. И поэтому вся страна встала на защиту этой Родины. Но весь мир думал, все, русские проиграли войну, все, и уже везде показывали, как будто бы немцы уже маршируют парадом по Красной площади. И для этого призвали все полки из Сибири, из Азии, из Дальнего Востока. И, несмотря ни на что, эти полки прошли парадом по Красной площади. 75 лет назад, 7 ноября, был парад на Красной площади. Весь мир ахнул. Что такое? Россия, оказывается, еще не побеждена. Это же не немцы идут, а русские идут под Красной площади. И я вам покажу одного из ветеранов. Вот, Шилов Александр Васильевич, он участник парада на Красной площади. Служил в уголовном розыске на Дальнем Востоке. Призвали в армию, стал командиром минометной батареи. Участник парада 41-го года. 75 лет назад он прошел по Красной площади. И сразу с Красной площади ушел в атаку на фашистов. Он был разведчиком, был командиром, захватил пленного, получил награды, орден славы, солдатской славы за свои подвиги. В боях под Малоярославцем был ранен, когда он поднимал руку, минометы только зарядили. Он поднимал руку, сказал, говорил, огонь, и минометы стреляли по фашистам. Он поднял руку, огонь, и тут фашистская пуля попала ему в плечо и разорвала его. Но он выжил, потому что в Москве, в госпитале Курденко, его вылечили. И таких героев было множество. Мы вспоминаем, что дивизия Панфилова, которая пришла, была сформирована из Азии, 16 ноября 1941 года встала на защиту Родины. И контрнаступлением отбросила фашистов. Они тоже были неожиданны. Мы помним 28 панфиловцев. Мы помним также, что 21 ноября наши с вами соотечественники, именем которых названы улицы и площадя, это Зоя Космодемьянская и Вера Волошина, в составе разведывательной группы громили фашистские тылы, но их поймали и хотели зверски казнить. И думали, что сейчас они попросят прощения, пощады. Они не сдались, они вышли, когда их на казнь вывели перед народом, они сказали... Россия никогда не побеждала. Нас миллионы. Победа будет за нами. Их казнили. Но с нами остался их дух победы. Дух несгибаемый. Тот, который сегодня мы с вами должны нести. Помнить на победы всего нашего великого народа. И собрав таким образом силы со всей страны, вся наша армия, весь наш народ, это и в тылу работники, которые ковали победу. Они все вместе осуществили наступление против фашистов. Наступление, когда на нас наступает, а мы против них, называется контрнаступление, то есть против наступления. Оно началось 5, 6, 7, 8 на разных участках фронта. Одновременно вся лавина наших войск отбросила фашистов от нашей столицы, города Москвы, который был впоследствии признан городом-героем. В этих боях прославились многие наши соотечественники. И в этих рядах были ваши дедушки, ваши прадедушки. Предлагаю каждому вспомнить про свои корни. Мы предлагаем вам небольшой фильм с тех времен, как все было на самом деле. Потому что это беда.
танк днем упал и больше никуда не смог двигаться. Вы видите, направили даже трактора, снизи пушки. Обычный трактор нес пушку. Отечественная война. Народов нашей страны против фашистских поработителей.
Проснулась полей Подмосковье. Падает первый лист. 30 сентября 1941 года фашистские генералы отдали приказ о наступлении на Москву. Тайфун назвали фашисты. План своего наступления. Тайфун – это сильный ветер, стремительный ураган. Ураганом стремились ворваться в Москву фашисты. Обойти Москву с севера, с юга, взять советские армии в огромные клещи, сжать, раздавить, уничтожить. Таков у фашистов был план. Верят фашисты в быстрый успех, в победу. Более миллиона солдат бросили они на Москву. Почти 1700 танков, 1000 самолетов, много фашистов. Однако, чем ближе к Москве, тем все сложнее и сложнее фашистов, как скалы. Постепенно встречаю всюду врагов засон, как скалы стоят наши войска. Постепенно стихает напор врагов. Держать, как за личное счастье, за каждые пять земли. Мы под Москвой встали насмерть, в грунт промерзлым росли. Земля от взрывов дрожала, горела берестой броня. Солнце дыму пожара чадило, как головня. Не только на этом сгорье, где наш окопался звон, на Балтике и в Черноморье Москву защищал народ. Фашисты идут и во мраке, за ними и стон, и плач, и волны на красной рубахе гуляет пожар, как палач. Равнина гудит, часы танки, и взрывы на синих снегах, и вражеские останки в дорожных кривых клеях, и падает тихо в порошах, в траншейные узкие рвы. Был враг остановлен, отброшен от сердца отчизны Москвы. У разъезда до Босекова 28 панфиловцев во главе с политруком Клочковым отразили атаку 50 немецких танков. 18 из них было подбито. Наши бойцы почти все погибли. Посмертно им было присвоено звание Героя Советского Союза. Дождь шелестит по осенним рощам, суглинок чавкает под ногой. Есть высшая правда в порыве общем. Штатские люди идут в огонь. В очках, неуклюжие, сутуловатые, обмотки в крик и пилотки в кость. Но всею душой они, солдаты, боль в руки, оружие взять пришлось. 21 ноября 1941 года тыл немецких войск в составе группы разведчиков уходили Суэта Смедемьянская и Вера Волошина. Выполняя приказ командования, разведчики разрушали немецкий тыл, нарушали деятельность войск, наступавших в Москву. Отряд попал под огонь неприятеля. Вера Волошина была тяжело ранена и попала в плен. В ходе пыток она не выдала военную тайну. На казни Вера сказала: «Я не боюсь смерти, за меня отомстят мои товарищи, наши все равно победят», и запела «Интернационал». О подвиге Веры Волошины стало известно лишь в 1957 году благодаря поисковой работе. Зоя Космодемьянская сожгла немецкий узел связи, что сделало невозможным взаимодействие немецких частей, стоящих под Москвой. В ходе диверсии Зоя Космодемьянская была схвачена фашистами, подверглась пыткам, но мужественно держалась. На казни последними словами Зои были: «Товарищи, победа будет за нами! Русь, Советский Союз непобедим и не будет побежден! Вы меня сейчас повесите, но я не одна, нас 200 миллионов, всех не перевешаете!» Посмертно девушки были награждены. Вера Волошина званием Героя Российской Федерации, а Зоя Космодемьянская – Герой Советского Союза. Друг, родился ты 21-м, ведь юные лица взмотрись. Зоя – по-гречески жизнь, Вера – по-русски вера. Московское контрнаступление началось с 5 на 6 декабря.
1941 года под руководством маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, выдающегося полководца. Наши солдаты отстояли Москву и разбили фашистов в Великой Московской битве. Ночную мглу прожектора косили. Горело небо в рощерке свинца. Не только у бойцов, у всей России круг обороны лег через сердца. Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы, зарю победы ощутив едва. И умирая, знали, будем живы, была б жива священная Москва. Кто сказал, что надо бросить песню на войне? После боя сердце бросит, песни петь вдвойне. После боя сердце бросит, песни петь вдвойне. Ничего нет хитрого, что побьем мы Гитлера. Я на языка напал, только сил не рассчитал. Лапу дал ему слегка, язык лишился языка. Муж пропал в правом берегу, ждет запросы и конверты. Где ты был? На Дону. Что там делаешь? Дону. Ехал Гитлер на Москву, на машинах, таночках. Оттуда из Москвы на разбитых саночках. Очевидцев остается той битвы. Живых остались единицы. Мы обязаны помнить тех, кто ради нас отдал самое дорогое — свою жизнь. Землю, которую я люблю, берет для меня боец. Великий полководец Жуков всегда подчеркивал, что главным победителем в войне является простой солдат. Благодаря силе духа, стойкости, мужеству и героизму наших людей мы смогли победить в этой страшной войне и оставить сердце нашей Родины, Москву. Ради счастья и жизни на свете, ради воинов, павших тогда, да не будет войны на планете. Никогда, никогда, никогда! Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной войны уведет в вечность. Кого мы будем обнимать, дарить цветы, благодарить? Кого будут помнить наши дети? И чтобы никогда не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, мы понесем их лица победным строем. Пусть все видят и все помнят, ведь мы их дети, и мы наследники Великой Победы. В день Победы 9 мая мы формируем бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своих родных фронтовиках, память о дедах, отцах, сыновьях, память о братьях, сестрах, все они придут на построение бессмертного полка. Сделайте транспарант с портретом своего ветерана. У каждой в семье есть ветеран-победитель. Надо помнить об этой войне. Вспомни своих дедов и прадедов. Сделайте своей семье вот такие, казалось бы, простые вещи, такие таблички. Но это память о нашем великом прошлом. И каждый год это уже стало традицией в нашем народе. 9 мая весь народ по всей стране выходит на улицы и принимает участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Эти победители, они без смерти, они в наших сердцах, они в наших жизнях, в нашем спокойном труде, в вашей учебе сегодня. И мы это помним.
событиям посвящено было это мероприятие. Говори. Поточнее, где именно? Вставай. Битве под Москвой. Пожалуйста, девочки. Двоим, пожалуйста, вручайте, берите. Садитесь. Да. Назовите дату, когда, внимательно слушаем вопрос, когда фашистские генералы отдали приказ о наступлении на Москву. Первая девочка поднялась. Встань, пожалуйста. Вот. 1941. Правильный ответ получает. Правильно она ответила? Да. Как назывался план наступления фашистов? Тайфун, пожалуйста. Правильный ответ, Лиза. У разъезда Дубосекова кто отразил атаку 50 немецких танков? 18 из них было подбито. 24 подбито. Неправильно, 28. Девочки, пора старого машина. Дальше. Назовите имена девушек, которые посмертно награждены званием Герой Советского Союза. Стоп. И Зоя отвечает. Дальше. И Вера. Волошина. Правильный ответ получают призы. Молодцы. Когда было начато московское контрнаступление? Точнее, 5 декабря. 5 же было подачение. С 5 на 6, да, Абаха задавали. Получает. Вот мальчик. Дальше вопрос. Подчиним руководством. Вопрос, слышите? Под чьим руководством начато московское контрнаступление? Пожалуйста. Садись. Ты ж о чем сегодня слушал? Кто? Кто? Поднимайся, отвечай. Еще лучше, пожалуйста. Кого сегодня вспомнили? Давайте еще другой. Старший класс. Помогите, давай, ребята. Ну, ну. Влад, давай. Влад. Пожалуйста. Жука, конечно. Это твои слова. Это мы сейчас репетируем. Итак. Благодаря чему мы смогли победить в этой страшной войне и отстоять сердце нашей Родины, Москву. Кто? Костум. Как, пожалуйста, кто поднимает? Костум, вставай. Благодаря тому, что наши люди стремились победить нашу страну, держали нашу оборону. Благодаря чему? Дополняем еще. Вставай, дополняй. Хорошо, еще дополняем. Еще. Сильному духу, воли к победе, мужеству. Еще дополняем, дополняем. И не зря, потому что все народы в то время России объединились на территории нашего поселка. И вот эта дружба их сплотила. Так вот, дружба всех народов, которые проживают на всей территории нашей России. Именно благодаря дружному сплочению всех народов, все вместе, мы победили. Если мы вспомним, то Пушкин, можно сказать, у него прадед был, ну, были фиопские корни. Если мы вспомним Суворова, то у него были армянские корни. И так далее. Мы можем всех вспоминать, наших героев многих. И они были все с разных стран, но приехали к нам.
не только советского русского народа, но и всего человечества против зла, против эгоизма, против себялюбия, против унижения кого-то. Эта дружба нас сплотила, и поэтому мы все победили, побежали и будем побеждать. Спасибо. Благодать, над нами благодать.